Теперь моя очередь, друг. Нельзя так заканчивать танец. Твои любимые вроде? Очень вовремя, Ада. Что бы я без тебя делал? Ах, да. Спасибо. Прикинь, эти чертовы монахи все у меня отобрали. И янтарь тоже? Нет. Его я спрятал, прежде чем попался. Ну, тогда веди. После вас. Вот и они. Нас уже ищут. Уходим по-тихому. Понял? Да, понял. Ну, давай, Луис. Ну, даю. Верни янтарь. Встретимся позже. Эй! Слушай, разве мужчина бросит даму? Давай осторожнее тут! Встречаемся у церкви! База, прием. Луис спрятал янтарь, но я послала его за ним. База, меня слышно? Слышно. Продолжай. Возникла неожиданная проблема. И? Что ты будешь делать? Луис уже на пути к церкви. Я за ним приглядываю. Хорошо. Но советую поспешить. Ладно. Только оценю маршрут. Надо выйти и осмотреться. Он хочет получить янтарь. Этот ящик Пандоры. Сколько зла можно совершить с ним? И какова будет цена? Оплатить ведь придется, обязательно. Лучше даже не думать. Я поняла это. И смирилась. Но та ночь в Ракун-Сити все изменила.
База, выдвигаюсь навстречу с Луисом. Вижу высокую активность Лос Иллюминадос. Не расслабляйся. Ясно. Отбой. Леон, куда же без тебя? Давай, отвлекай наших друзей. Поищем другую дорогу к церкви. Уже придется помочь. Так и быть, Леон. Разок помогу. Не задерживайся, Луис. Эй, незнакомка! Что покупаем? Так себе место для торговли. Незнакомец. Да. Но все же вы здесь. Да что со мной? Твоя кровь приняла дар. В моей крови.
Отвлекай их, Леон. Так себе день. Вескер, чем обязана встреча? Не тяни время, Ада. Найди Луиса и принеси янтарь. Кстати, спасибо за номер. Останешься? Поможешь мне? Я что, тебе нянька? Ты должна быть ресурсом, а не обузой. Терпеть не могу дилетантов. Давай полегче, Вескер. Займись делом. Я на связи. Сладких снов. Привет! Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому я все еще жив. Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Вроде не собиралась возвращаться. И что? План изменился, да? Ты злишься? Ты злишься.
Есть одно дельце, которое мне надо сделать, прежде чем вернуть янтарь. Прежде? Торговаться вздумал Луис. Сначала подумай-ка, стоит ли. О. Слушай, кое-кто попал в беду. Ты же знаешь, я помогаю людям. Кое-кто. Леон? Да, именно. Леон и та девушка. Они заражены. Им нужен препарат, чтобы замедлить болезнь. И он работает. Я пробовал. На себе. И я... А мне-то какое дело? Ты тоже заражена. Я долго изучал паразитов, Ада, и я вижу симптомы в твоих глазах. Ты, наверное, и сама уже чувствуешь. Препарат способен замедлить болезнь. Просто поверь мне, сплошные плюсы. И нечего терять. Ладно, но это последний шанс. Потом тогда отдашь янтарь. Нет, нет, нет! Нельзя, чтобы лекарство сгорело! Луис, ты чего? Давай сначала принесешь янтарь. Препарат. Все сгорело. Что ты так переживаешь? Я должен многое исправить. Но теперь все. Это конец. Я не смогу им помочь. Соберись уже, Луис. Ты сможешь. Сделай препарат. А что, может, правда? Все компоненты здесь. Здесь, в замке. Пусть не сразу, но я принесу тебе янтарь. Ладно, пошли. Ну что, получится так себе. Но хоть что-то. Ада, найди вот это. И, возможно, я сделаю еще лекарство. Время наш враг. Иди, найди все. А я за янтарем. Удачи мне. Тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей и так конец. А уйдешь сейчас, и кто знает... Вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется.
Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Он славный мальчик. Послушный. Ладно, оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. Леон, ты не передумал? А, да. Допустим, что нет. Тогда слушай. В тронном зале назревает что-то серьезное. Трудно быть нянькой, да? Я все нашла. Ага. А я принес, что ты просила. О, это плохо. Паразит реагирует на янтарь. Так это янтарь? Вполне в стиле Вескера. Обезвредим паразита. Хотя бы на время. Ну что? Будь здорова. Но помни, это на время. Надо еще как-то извлечь паразита. Беги. Вернешь мне этот чертов камень, когда паразит уснет. И бросит тебя? Нет, не дождешься. Хватит, я справлюсь. Ты же еще что-то обещал. Ладно, только найди меня, когда разберешься. Thank you.
Надо убить эту тварь. Ну все, иди сюда! Да, вот здесь. С ней покончить. Краузер. Луис, прощаться некогда. Ты не уйдешь. Леон, времени мало, слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. У тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо. Да, надо. Своего слуги, Рамон. Эшли! Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Но ты так и не... Вот так. Отвлеки его немного. Леон. Черт. Что ты ищешь? Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Ракун Сити. После катастрофы мир стал другим.
Хочешь спасти одну душу, гибнет сотни. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне, ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Думать вредно, Леон. До встречи. Вот так всегда. Еще рано. Кто тебе нужен на сей раз? Я или Седлер? Зависит от тебя. Новый план. Конечно, можешь отказаться. Думаешь, испугаюсь? Интересно. Ладно, сделаю. Но с тебя доплата. Разумно. Я пришлю координаты. И помни, я ненавижу ждать. Ждать, я помню. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Убьем эту гадость. За Луиса. Я на месте. Подключила терминал. Ты хочешь взорвать весь остров? И дочку президента? А ты не сделаешь хуже? Полумеры здесь бесполезны. Слабые должны служить сильным. Хватит болтать. Неси янтарь. Ты сможешь вернуться на остров. Я все устроил. Поняла. Сделаю. Ну, Луис, как ты там говорил? Пора понять, Вескер. Я не всегда играю по твоим правилам. Thank you.
Попался, Седлер. Светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Леон! Давай! База, прием. Груз у меня. Чувствую, придется объясняться на таможне. Молодец, Сада. Уходи немедленно. Поняла. Тебя кто-нибудь заберет. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке. Ада! Помоги, Леон!
надо. Ты что, бля, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я... хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. Прием! Сэр, пилот не отвечает. Сэр, взрывчатка сдетонировала несинхронно. Степень разрушений оказалась даже менее половины от ожидаемой. Почти весь остров в результате не пострадал. А да. Что мне с тобой делать? Но вертолет еще близко, сэр. Прикажете открыть огонь? Нет. Ее шалость ничего не меняет. У нас есть все, что надо. Работаем. Все по плану. Скоро эпохи людей придет